Всем привет! Вот закупила небольшой запас хавчика своим четвероногим гвоедикам и коротко про корм. Ну, наш рацион собачий я уже демонстрировала и показывала по составу. Вот опять сейчас быстренько покажу. Первая фраза — мука из мяса птицы. То есть уже обнадеживает: кукуруза, пшеница. И пошло, как всегда, жир животный, мука из говядины, все эти пробиотики. Как бы неплохая тема. Ну, получается, по составу, если сравнивать с тем же чаппи, намного лучше. Значит, протеина здесь 25, жиры 12. Сириус, конечно, не премиум класса, даже не супер премиум, но по составу тоже неплохая тема, довольно-таки приятный. Опять-таки здесь в первую очередь мясо птицы, курица, индейка, неплохое соотношение. И опять также тот же набор: кукурузка, рис, масла. И получается по соотношению протеины 26 на жиров. Сейчас глянем, сколько, не помню на память. Сейчас найдем. Жиров 15. То есть, в принципе, довольно неплохая тема. Вот такое вот дело. Это небольшой запасик. По Юзеру я уже показывала. И вот решила показать про остальные корма, которые мы кушаем. Вот это вот для вон тех гвоедиков.